Пожалуй, нет более романтичного праздника, чем 14 февраля, который отмечают ежегодно почти во всем мире. Это единственный день, когда есть возможность искренне признаться в любви. В парк-отеле «Уют» для всех влюбленных и для тех, кто еще не нашел свою любовь, в день Святого Валентина состоялась молодежная вечеринка под названием «Выбери любовь». День Святого Валентина уже давно превратился в полноценный праздник для большей части россиян. По статистике, почти 80% юношей и девушек в возрасте до 25 лет отмечают этот праздник. Славянская молодежь не исключение. В День всех влюбленных Управлением по делам молодежи и комплексным центром «Континент» для них была организована конкурсно-развлекательная программа «Выбери любовь». В этот день молодых романтиков ждали конкурсы «Музыка позитив». На праздник собрались студенты со всех учебных заведений. Одним из главных конкурсов стало знакомство участников. Проводилось оно в необычной форме. Мальчикам нужно было собрать как можно больше шаров у девочек, при этом узнавать их имена, ну и, конечно же, постараться завоевать сердца представительниц прекрасной половины человечества. Понравилось? Бегать больше или целовать? Целовать. Молодец наш мальчик. В течение праздничного вечера было проведено множество самых интересных и разнообразных конкурсов, благодаря которым молодые люди могли не только пообщаться друг с другом, но и найти свою любовь. Праздничное настроение всем влюбленным создавали выступления лучших творческих коллективов Славянского района.